Мужик приносит на анализы 3-литровую банку мочи. Доктор спрашивает: «Зачем так много? Я не жадный!» Доктор уходит, возвращается через час и обнаруживает того же пациента. «Вам чего? Я баночку жду!» Жена звонит мужу. «Милый, ты где?» «Я жду автобус». «Поторопись». «Хорошо, буду ждать немного быстрее». В поезде. «А вас как зовут?» «Анжелика». «Как красиво, Анжелика. А нас в деревне все как не Маруси, так Прасковьи. А сына вашего как зовут?» «Артур». «Как красиво, Артур. А у нас в деревне все как не Василий, так Спиридоны. А мужа вашего как зовут?» «У меня нет мужа, я мать-одиночка». «Как красиво, мать-одиночка. А у нас в деревне, говорят, проститутка». Общаются двое. «А вот я теща на день рождения подарил стиралку и сушилку». «Наверное, кучу денег выкинул». «Да не, всего баксов за 10. «Это что ж за техника такая? Тазик и полотенце». Разговаривают две блондинки. «Представь себе, неделю назад пропал мой кот. Но 4 дня назад я его нашла на улице и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут 2 одинаковых кота. Ты представляешь потрясение твоего первого кота? Возвращается он домой, а он уже дома». Практикант под присмотром опытного врача-гинеколога осматривает ПТУшницу. Девушка ему: «Слышь, у тебя баба есть?» Практикант смущенно: «Нет». Она ему: «Слышь, сними перчатки». «В смысле? Зачем?» «Просто в них ощущения не те».